Итак, после того, как мы покрыли защитным покрытием одну сторону, нам нужно разобраться со второй стороной. Вот смотрите, вторая сторона, то есть белая, и я сделала вот так вот, в пятнышку. Можно ее хоть как сделать. Я взяла губку, вот акриловая краска также, и вот таким вот образом, произвольно абсолютно, мне показалось это интересным. И вот таким вот образом я обработала, можно сказать, украсила вторую сторону. Вот. После того, как она несколько минут подсохнет, мы можем написать также черной акриловой краской какое-нибудь пожелание. Пожелание на ваше усмотрение. Например, я хочу написать тоненькой кисточкой тепла. Воды не надо мне вообще здесь. И восклицательный знак. Опять же, на свое усмотрение можете посыпать чем-нибудь. Можете как-то красиво написать, художественно. Ну, вот у меня получается так. Мне нравится.